1 января российские семьи начнут получать универсальное пособие для детей. На него могут рассчитывать порядка 10 миллионов несовершеннолетних. На это выделят почти 2 триллиона рублей. Кому положены выплаты и в каком размере, сейчас расскажу подробнее. Это семьи с детьми до 17 лет, а также родители, которые ждут ребенка. Но есть условия. Средний доход должен быть ниже одного регионального прожиточного минимума. Сумма пособия составит 50, 75 или 100% от его размера. Точно так же будут рассчитывать выплаты для беременных. Оформить универсальное пособие можно с помощью портала госуслуг, в отделениях социального фонда или же в МФЦ. Кроме того, с января выплату на ребенка до 3 лет и средств материнского капитала сможет оформить семья с доходом до 2 прожиточных минимумов на человека, вне зависимости от очередности рождения детей. Выплату можно будет получить как из бюджета, так и из маткапитала. Ну и если ребенок родился до 1 января 2023 года, у семьи есть право выбора получать выплаты по прежним правилам или же перейти на универсальное пособие.